стал знаковым для прочной боевой музыки и заняв там особое место. До сих пор он остается едва ли не самым популярным произведением Рахманинова благодаря своей необыкновенной эмоциональности, художественному замыслу и воплощению. Исследователи по праву называют этот концерт гениальной поэмой о родине. Нашим почетным солистом сегодняшнего вечера является заслуженный деятель Казахстана, профессор Казахского национального университета искусств, обладатель специальных призов на всесоюзном конкурсе 1977 года и на международном конкурсе имени Рахманинова в 1983 году маэстро Нурлан Исмаилов. Итак, дамы и господа, Сергей Рахманинов, концерт для фортепиано с оркестром, номер 2, опус 18. Для сохранения целостности музыкального полотна просим между частями не аплодировать. Исполняет Казахский государственный симфонический оркестр, солист Нурлан Исмаилов, за дирижерским пультом приглашенный дирижер Канат Умаров.
Казахстан, Республика Сахара, Ресей, Федерация СССР, Астанадамы, Русский дом Атланта Пласкина. Картина цветов от посольства России в Казахстане и Русского дома в Астане. Мы благодарим нашего почетного солиста поэта Нурлана Пустаевича Исмаилова и приглашенного дирижера Аната Уланова за совместное музицирование с Казахским государственным симфоническим оркестром. Спасибо вам. До новых встреч. Келесты Лескенче. Аман Исау. Бай. Благодарю.